Улица Пульсариды 6. На 8 этаже птица запуталась в сетке. Где мешок? Где? Вон она на диване лежит. Прям разбежьте птицу. Только смотри, чтобы она не упала. Аккуратно. Усрается? Конечно. Ну какой меховой, пустые. Давай сейчас сетку порвем. Подожди. Ты удержи. Да они тут летают, знаете, как много. А у вас ножничек не будет сильно запутаться? Действительно, ничего. Ножнички? Ножнички, да. Ты сюда затаскивай. Там. Ничего, сейчас. Не знаю, кто там откуда. Вот. Там на мышей много на даче. Да? Камин. Нас сейчас порванем, чтобы... Запись идет. Нет, ты что? Не надо, женщина. Спасибо. Смотри. Ага, сейчас. Лапа. Смотри, подрем, да? Сиди. Дайте ножички, пожалуйста. Держи. Или... Может быть, еще тут не самое. Ты видишь, интересно, что он, конечно. А, она же сейчас не есть. Сейчас, да, темно. Бабки не порезали. Не. Лески, да, она не взяла. Это лапочки порезали. Как назовем? Филя. Филя. Киркоров может обидеть. А мы ему не скажем. Интересно, это мальчик или девочка? Там вот огромный орел. Птица, попавшая в сеть, освобождена. Вот буквально полчаса назад поступило сообщение с очевидцев с улицы Порт-Саида, дом 6, что на последнем этаже, на балконе, в сетке запуталась птичка. Снизу была похожа на большого орла. Но мы прибыли на место, увидели, что это маленький филин, испуганный, попавший в западню. Вот освободили. Немножко взволнован. О, какой красавец. Ух, тихо. Волю.